Ох, ну все, мы взорвали то здание. Интересно, нас запалят? Конечно, запалят. Нужно быстрее валить в базу нафиг. Так, ну вот мы и добежали до нашей базы террористов. Так, все, быстрее заходим в нее. Так, хопа, сходи. Да иду, я иду. Так, нам нужно нажать на эту кнопку, чтобы дверь закрылась. Так. Так, ну все, вот мы и закрыли. Да, да, точно, только теперь, блин. Нас интересно, запалили с тем взрывом? Да еще бы запалили. Ладно, короче, давай сейчас отдохнем, и я не знаю. Закроемся в этой базе, будем ждать. Так, ладно, теперь я пойду на второй этаж. Так, посмотрю в окно. Вдруг там на горизонте какой-нибудь, не знаю, военный, полицейский, не знаю, 100% едет сейчас за нами. Блин, если нас поймают, то это будет катастрофически плохо. Ладно. Уф, надо успокоиться и попить чаечек. И да, у нас еще на третьем этаже вот такие вот бомбы. На всякий случай, это запасные бомбы. Так, все, теперь попить чай. Ох. Так, ну все, вроде я готов ехать на очередной вызов в базу террористов. Их нужно немедленно ликвидировать, чтобы они опять что-нибудь не взорвали. Так, сейчас нужно завести мою машину и поедем. Так, поеду я на таком грузовике, который недавно купил, вот. А то раньше я вообще пешком все время ходил, это было неудобно. Так, ладно, все, завожу. Все, погнали. Ну вот, вроде я приехал. Так, ну да, вот это база террористов. Нифига она большая. Только стоп. Где вход, блин? Как мне вообще заходить? Ладно, разберемся. Возьму свой пистолет, который мне очень много прослужил. Так. Нифига, это железо. Стоп, а вообще в этой базе кто-нибудь есть? Может, там вообще никого нет? И меня обманули. Да нет, такого быть не может. Открывайте. Стоп, это что за машина нафиг? Блин, это кто приехал? Черт, что за бред? Так, ладно, нужно вооружиться. Огнестрельного оружия у меня нету, но у меня есть отличный меч. Кто это вообще может быть? Никто не посмеет на нашу базу пробираться. Черт, прям за этой дверью. С этим понятно, он спит там. Блин, ну хорошо. А мне еще здесь нужно что-то с ним делать. Там кого-то слышу, открывайте. Черт, у него огнестрел, блин, что делать? Ладно, не ходите по-хорошему, будет по-плохому. Я буду стрелять из этой пушки. Так, только еще нужно ее отрегулировать и направить на вот то стекло. Эта пушка прострелит стекло, и я смогу пробраться на второй этаж. На нафиг, блин, ни хрена себе! Черт, ни хрена себе, вот эта мощность, блин, была! Черт, ну только вчера же, блин, недавно починил, оно опять сорвалось все. Ну чё за бред-то, а? Ладно, эту пушку нужно прибрать, пока эти террористы не поднялись. Если они ее поднимут, то это будет вообще плохо. Так, здесь видно, что эта палка, она не прямая. И по идее, по этой балке железной можно скарабкаться. Так. Ух, блин, чуть себе ногу не сломал. Черт, блин, стекло разбилось. Блин, нужно срочно на второй этаж идти. Слушай, ты проваливай отсюда, кто ты вообще, блин, такой? Неужто это тот террорист, который взорвал сегодня здание? Я никого не знаю, проваливай отсюда. Черт, ни хрена себе. Ой, блин, о, у меня теперь рука сломана левая. О, черт. Нужно встать. О, черт, моя машина, блин. О, офигеть, нифига она просела. Офигеть, как я теперь назад поеду? Черт, я это ему не прощу. Ой, блин, ладно. Ничего страшного, что крыши нет. Будет у меня кабриолет.
Я сейчас ему такое дам, мало ему не покажется. Я сейчас протараню нафиг его базу тупую. Все, а ну-ка идите сюда. Так, все быстрее. Нажимай, блин. Черт, отлично, сваливаю нафиг. Блин, надеюсь, что мой напарник справится с тем. Ну все, осталось совсем чуть-чуть. Черт, мне нужно срочно в больницу, ну... Где-то еще один скрывается. Черт, а где моя машина? Вернее, я знаю, что я на ней попал в аварию, не протаранил этот, блин, эту базу, от которой ничего не осталось, но... Черт, там уже была платформа на колесах. Где она? Черт, неужто второй террорист ее угнал? Капец. Ай, блин, этого не могло произойти. Уф, нифига себе, это все, что осталось от машины? Он мертвый. Получается, все? Это такая дичь была, блин. Я не понимаю, у меня не знаю, я не знаю, как я выжил вообще. Вы посмотрите, как я выгляжу. Ладно, нафиг. Так, а теперь на чем я обратно поеду, блин? Моя машина, я на нее так долго копил. Черт, ладно, это был единственный выход, таранить нафиг эту базу террористов. Ладно, пойдется пешком идти. Только не знаю, лучше скорую вызвать, и они меня довезут до больницы. Ладно.